Новая тротуарная плитка на дорожке, свежая штукатурка и краска на фасаде здания, старое шиферное покрытие на крыше заменили металлочерепицей. Заведующая детским садиком Виноградинка Лариса Воропай обновлением рада. О таком ремонте в детском саду давно мечтали. К нам приехал глава администрации Сергей Павлович. Он увидел, что у нас много недоделок есть. Новое здание готово, но старое здание у нас не отремонтировано. Просто отремонтировано было усилиями родителей. И он, как хороший хозяин, он увидел все наши недостатки, недочеты в ремонте, в стройке нашего детского сада. Увидел, что у нас плохая старая кровля, фасад детского сада не в лучшем состоянии. И он нашел нам хорошего спонсора. И они нам сделали в кратчайший срок великолепный ремонт. Сделали кровлю. Сделали новый фасад, утеплили все здание, постелили новую плиточку, старую мы убрали и постелили новую брусчатку, около 300 квадратных метров. То есть мы благодарны Сергею Павловичу за его внимание к нашему детскому саду. Здание 50-го года рождения прошлого столетия отремонтировали капитально. Пристроили новое помещение для новых детских групп. До реконструкции Виноградинки принимали 49 детей, после в два раза больше. И если бы во второй раз можно прожить и выбрать профессию, Лариса Воропай выбрала бы работу с детьми. У меня своих трое внуков, своих двое детей. Вообще я люблю детей. Ходили и сюда в детский сад, уже старший ходит, конечно, в школу. Девочка. А эти внуки уже ждут сюда в детский сад, подрастают. Поэтому, понимает с полувзгляда сотрудников и детей специалист и руководитель, солидным опытом работы вырастила и воспитала не одно поколение. Работаю в детском саду с 1985 года, с 25 апреля. А кем пришли в детский? Пришла работать помощником воспитателя, потом я работала воспитателем, училась, заканчивала учебное заведение. И вот уже с 2000 года я работаю руководителем этого учреждения. Качели, игрушечные домики, горки и вечная борьба за право самой красивой игрушки. У детей свои заботы, важнее проблем взрослых. О том, что на обед, какая крыша над кроваткой в комнате, как отремонтировать старое здание и принять новых малышей в детский сад, они точно не думают. За них это делают взрослые, серьезные, мудрые и хозяйственные. В гостях у хозяев Виноградинки побывали представители администрации, заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко и глава Гастагаевского сельского округа Николай Баюр. Чтобы еще раз убедиться, в этом детском садике все готово для новых групп малышей. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.